Друзья, я уверен, что многие из вас до сих пор не знают об этой трагедии. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте, что только мы сообщаем интересные события в российском шоу-бизнесе. Сегодня рано утром, для того, чтобы достать известного российского телеведущего Дмитрия Деврова из автомобиля после аварии, пришлось вызывать бригаду МЧС. Спасатели приехали очень быстро, разрезали двери и вытащили телеведущего из автомобиля, после чего он был госпитализирован тяжкими телесными повреждениями в больницу номер 23 города Москвы. Оказывается, Дмитрий Дебров попал в аварию рано утром, когда спешил на телевидение на съемки. К сожалению, подробной информации пока нету, мы только начали собирать всю информацию для того, чтобы уже в следующем выпуске, друзья, полностью рассказать вам, как это все произошло, а также вы узнаете, в каком состоянии находится российский телеведущий Дмитрий Дебров. Подписывайтесь на нас, не переключайтесь и до скорой встречи, друзья.